Говорит, что теплоход назывался «Верещагин». Смарт утверждает «Грузия». Гранула уточняет, Шатароса Вэлли. Доминанта настаивает на Фаине. А мы все скажем «Цигель, цигель, ай-лю-лю». То, что было снято в кино, повторилось в жизни. Везли бриллианты, привезли шаркопочетники. Михаил Светлов. Кто не сыграл, поднимите руку. О, честно, да? Внимание, вопрос. Экс-президент США Рональд Рейган однажды совершенно верно заметил, что все сторонники разрешения абортов уже сделали это. Что именно? Время.